Дорогие друзья, вчера в наш клуб пришел заказ, который мы делали месяц назад, на спортивные костюмы и на ярополки. Новый дизайн. Костюмы начали мы вчера раздавать. Вот, если вы видите, здесь осталась часть костюмов, которые вы можете еще приобрести. Здесь еще есть размер S, M, L, XL, 2XL и три костюма 34 размера. Вот как раз они находятся. Вот оставшиеся футболки, костюмы, поэтому уточняйте все администратору, наличие можете сделать. Далее, футболки я вчера не стал выдавать, потому что мы друг друга, видимо, не поняли, и вместо картинки сзади, вот такое вот «Россия», что для меня принципиально важно, они напечатали картинку вот такую. Поближе подойди. Да, тут мы что видим? Название «Ярополк», «Сила, слава, толк» – наш логотип. И, соответственно, силуэт бойца, который перематывает руки боксерскими бинтами. В принципе, тоже неплохая, но я слагался к России. Поэтому что мы сейчас делаем? Те, кто заказывал, сдавал деньги на футболки, вы либо получаете в любой день сегодняшнего дня наши футболки с такой надписью, именно сзади, либо ждете 2 недели, потому что за свою оплошность они нам сделают еще 70 футболок именно с логотипом «Россия» сзади. Либо, соответственно, вы будете ждать 2 недели, когда они придут. Но в любом случае футболок достаточно много, сейчас их можно будет приобрести. Цена их 1500 рублей, поэтому члены клуба, воспитанники и не только, в принципе, те люди, которым нравится наша одежда, можете это приобрести. Обращаю сразу внимание, черлидинг у нас, наш черлидинг, ждет только вот эти футболки, потому что эти футболки у вас будут для выступления. В принципе, все. Приходите в клуб. И обращаю ваше внимание, да, 9 июня клуб «Ярополк» делает масштабное шоу кроссфита. Будет много всяких инициатив, развлекательные программы, спортивные программы, спортивные сегменты. Будет очень здорово, это будет на площади возле администрации городского округа. Поэтому все, кто хочет участвовать, это возраст 17+, и мужчины, и женщины, обязательно записывайтесь. Первое место у нас iPhone 8, второе, третье место сертификата друзей нашего клуба, это компания Zendon, это обувь и спортивная, и классическая, ну, в том числе и женская. До встречи!